Мастер, такой вопрос про вот тоже про страхи, про страдания, неуверенность, сомнения. Вот как от них перейти к состоянию радости? Не знаю, пути, подходы. Постепенно это произойдет. Постепенно произойдет с очищением твоего ума, с очищением кармы. Постепенно, постепенно можно столкнуться еще, так сказать, с ухудшением этой ситуации, да, потому что когда возникает приближение вот этого пробуждения окончательного, приближения его, то темная ночь души всегда возникает. Возникают всевозможные спецэффекты, связанные со страданием, всевозможные страхи, там, я не знаю, еще что-то такое. Как на это не вестись? Не вестись нужно, не вестись поможет тебе искреннее сердечное устремление. Потому что пройти через это быстро можно только держась за мастера, только вместе с ним. Потому что если ты один прыгаешь с парашютом или без парашюта, ты еще не знаешь даже, как его открыть. Понимаешь? Но мастер – это как инструктор, который с тобой прыгает вместе. И тогда твой полет становится мягеньким. Понимаешь? И посадка мягкой. А если ты сам прыгаешь, неизвестно, что там будет. Понимаешь, как это будет. Вот так. То есть нужно сначала попрыгать с инструктором, научиться этому. И все, постепенно, постепенно вот эта привычка ума, страхи, они исчезнут, прекратят возникать. Вот и все. Но только если твое устремление не исчезнет, потому что темная ночь души может привести, и многие сходили с пути, понимаешь? Многие просто уходили в сторону, потому что не выдерживали перегрузок этих, понимаешь? Прыжок с высоты, с самолета, понимаешь? Вот это экстремально достаточно. Устремление – это направление, это цель, это намерение, что это такое? А устремление – это… как тебе сказать, это то, что ты не можешь обойти. Ну, то есть, вот, ты не можешь обойти присутствие на этом ретрите. Возникло. То есть, как рыба на нерест, знаешь. У нее возникает, она просто прет, и все. Так и тут. Возникло это устремление, понимаешь? Возникло. То есть, импульс возник к этому. Так вот, этот импульс, действительно, если он искренен, если он не просто ради того, чтобы, так сказать, ну, ради какого-то интереса, грубо говоря, да, а действительно направлен на то, чтобы реализация произошла, и основывается на том, что уже настрадался, так, что у них ничего уже не возникает, никаких желаний быть в миру и опять очаровываться всевозможными материальными игрушками или штучками, понимаешь? Тогда возникает искреннее и стойкое, сильное устремление, которое не позволяет уже сойти с пути, что бы ни происходило. А может происходить всевозможные вот эти спецэффекты, связанные с усилением страхов каких-то, а с возникновением неких, так сказать, голосов, которые тебе говорят, да нет, все, надо куда-то сворачивать, сваливать, понимаешь? Вот. И только вот это сердечное, чисто сердечное устремление, оно может оставить тебя на этом пути. То есть однонаправленно должно быть внимание, оно должно быть однонаправленно. Стойкое, однонаправленное внимание позволит пройти очень быстро через все вот эти ночи души, так называемые. Вот так. Благодарю.